Всем привет, с вами SafePro, и сегодня покажу вам, как приручить оцелота в Майнкрафте по Activision. Сразу говорю, это видео для новичков, для тех, кто не знает. Для этого нам понадобится яйцо оцелота, или просто оцелот, и сырая рыба. Спавним оцелота, или находим в режиме выживания, берем сырую рыбу в руки. И после чего наш оцелот подходит, у нас появляется такая кнопочка, на котором мы должны лежать очень долго, и у нас появится такой котик. Как видите, у нас появился сиамский кот. Так, он у нас убежал. Я хотел его посадить. Так, вот, давай. Так, здесь заспавнили сразу и котята. Так, куда вы убежали? Идите ко мне. Так, они не хотят почему-то ко мне идти. Ну-ка, идите. Так, ну, куда вы убежали? Вот она к нам идет, кошка. Сейчас опять появится кнопка и жмем на эту кнопку. Как видите, у нас появилась черно-белая кошка. Давайте мы ее сделаем так, чтобы она встала и за нами полетела. Ну, или телепортировалась. Вот, как видите, вот она телепортировалась, как и собака. Вот. Ну, если кто не знал, вот он для вас. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.